Так, 24 марта 2018 год. Харьков, Харьковская Швейцария. 5.03.18. Акция прокат подъемник 300 гривен 4 часа. Время активации 11.18. Выходные не действуют. Это выход на снег без подъемника. Платный 50 гривен. Цены на подъемник. Одноразовый подъем 20. 3 часа абонемент 200. Выходные 25, 250. Ночное время. Такого, да? Есть, есть. Проходите. Ничего, ничего. Уже сноуборд. А? Ну, в общем, что подробно делаем паузу, досмотрим. 50-20. Помимо этой основной трассы, еще есть горнолыжная школа. Там же, кстати, в том направлении выход на Белгородскую трассу. Ну и там саночный спуск и дополнительные бугеля. А вон поселок Жуковского, кто добирается из города. Вот этот коричневый дом хорошим ориентиром служит для тропинки. Ближе подойду, покажу.